без воды, без всех каких-то вот этих вот прочих. Нужно, знаете ли, знать подноготную того, как вообще указываются все эти хэштеги. То есть, и видит там, допустим, Black Rush, или видит то, что там еще что-то вот это прочее есть. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Всем привет, друзья. Я вижу, что вам понравились мои предыдущие вот эти вот, знаете, видеоролики, где все без воды, где там все на 3, на 4, на 5 минут. Я решил немного все это продолжить. Если вам нравится этот видеоролик, разумеется, пишите комментарии, ставьте лайки. Комментарии больше 4 слов, и типа, ну, или там от 4 слов, или там 4 слова, или там еще какие-то вот эти вот все комментарии вы также пишите и рассказывайте о том, как вам вообще весь этот формат без воды, без всех каких-то вот этих вот прочих непонятных вещей. То есть давайте приступим к самой новости без вот этих вот всех, знаете ли, долгих вступлений, которые никому и никогда не бывают нужны. На хэштеге хэштег Black Rush в ТикТоке практически 23 миллиона просмотров, а самое популярное видео набрало почти 100 тысяч лайков. Жалко, что не 100 миллионов лайков, потому что, знаете ли, в чем дело? Для Black Rush это сопоставимый уровень популярности. У них там сколько уже этих серверов-то, а? Там 10, 15, 20. 25, я просто не знаю. То есть для меня, как вот для человека, который не особо любит вообще все вот это вот КРМПшное и так далее, и который вот на телефоне вообще не представляет, как все это может работать, для меня видеть вот такие вот показатели в цифрах, вот такие вот все онлайны, ну просто, я не знаю, сродни какому-то безумию. Я сижу, думаю, господи, как такое может быть? И вот сейчас, там, знаете, Black Rush, TikTok, все прочее, но нужно, знаете ли, знать подноготную того, как вообще указываются все эти хэштеги. То есть чел заснял какой-то видео ролик абсолютно любой, скажем, где он там, я не знаю, ест свои сопли и говорит, типа, о, очень вкусно. И он там, знаете, заходит в хэштеги, видит там хэштег, который может быть сейчас популярен, или тот, который иногда указывают, или тот, который ставят вместе с этим звуком, и видит там, допустим, Black Rush, или видит то, что там еще что-то вот прочее есть. Либо просто человек знает, что есть такой проект в GTA KRMP, и вот нечто подобное он как бы, ну, делает в GTA KRMP во всех вот этих вот вещах прочих. Вот, то есть, ну, вот так. То есть, равняться на вот это вот то, что есть столько просмотров вот с этим вот хэштегом, но это, типа, очень глупо, потому что эти хэштеги, их может поставить кто угодно на любой видеоролик, и не обязательно все это связано именно вот с КРМП, с КРМП на телефон, с во всей вот этой вот, я не знаю, Black Rush и со всеми прочими вещами. Вот, то есть, поэтому не нужно как-то на это очень сильно опираться, очень сильно все это надеяться. Ну, типа, ну, такое себе абсолютно. То есть, вот столько просмотров есть, типа, вот столько лайков на том видеоролике в ТикТоке. Хорошо, типа, неплохо, ладно. Но равняться, говорить, что, типа, о, это так круто, это так классно, вот есть вот такие вот показатели, типа, ну такое. Разумеется, из вот этих вот 22 миллионов просмотров есть определенные, или там даже они 23 написали миллионы просмотров. Чудо, Life Mobile, вот как обычно, 22 миллиона 200 тысяч просмотров они округляют до 23 миллионов. Но это вообще пиздец. Это как, я не знаю, там 120 тысяч округлить, типа, у нас стоит 200 тысяч, у нас даже не 150, у нас 200 тысяч, блять. То есть, ну, наподобие того, это ужасно, омерзительно, я не знаю, как вы все это делаете. Life Mobile, ну ладно, Ромка Злобин, он, знаете, давно уже у меня такой завсегдатель моего канала, завсегдатый, за вот это вот все прочее. В каждом видеоролике я его упоминаю, потому что, блять, ни одного поста без ошибки. Это просто, вот это я понимаю, профессиональная журналистика, блять. Вот это я понимаю, у человека, блять, там миллиарды вот этих вот всех его сообществ, Life Mobile, Life KRMP, Life GTA, вот это вот прочее. Однако, ладно, это вот ролик без воды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи находятся в описании. Вот там NoToxic и прочие вещи. И ссылочка на мой телеграм-канал, она тоже находится в описании. Заходите, узнавайте, ознакомливайтесь. До свидания, пока.